получив тетрадь карандашами, забавку сели в первый раз. Здесь было все, как в чудной сказке, и необъятный класс, и трель звонка, и первое прочитанное слово, и первая неровная строка. Здесь вторым родным и близким стал язык для вас английский. Врач, юрист или дипломат знать английский каждый раз. Чтобы жизни многого добиться, он вам очень пригодится. Очень много медалистов намечается из вас. Прямо скажем, высшие пробы, прямо скажем, высший класс. Вот что значит знания, данные в гимназии. Прозвенит звонок печально, и порвется с детства мит. Разрешите на прощание вам советы подарить. Советы наши разные, советы первоклассные. Будь по жизни образцом, крепким, сильным и здоровым. И на наш клич «Будь здоров!» отвечаю всегда «Здоров!». Чтоб не случилось в жизни драмы, вы папу слушайтесь и маму. Что в дороге и в дальних краях не забывали о школьных друзьях. Школа есть, была и будет. Кто же школу позабудет? Приходи почаще к ней, приводи своих детей. Не устанем повторять, делай в жизни все на пять. И работай, и учись, и влюбляйся, и женись. Впереди вас всех, мы знаем, ждет экзаменов пора. Потому сейчас желаем вам ни пуха, ни пера. Учение. Добрый путь вам говорим, и сегодня на прощание песню вам пропеть хотим. Подарки подарить.
повторить.